На прошедшей неделе жители дома 15А на улице Щербакова вызывали пожарную службу из-за угрозы распространения огня в пятиэтажном доме. В однокомнатной квартире на первом этаже загорелась мебель на кухне. В результате пожара помещение кухни выгорело на площади 2 квадратных метра, стены и потолок закоптились. Причиной пожара в данном случае послужила неисправность газового оборудования. Пожарным удалось локализовать огонь, и в итоге никто не пострадал. Обошлось без жертв в доме номер 1 по этой же улице. В субботу там загорелся балкон однокомнатной квартиры. В результате пожара мебель и предметы домашнего обихода, хранившиеся на балконе, выгорели на площади 1 квадратный метр. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара по данному факту устанавливается. В пятницу подразделения Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на тушение металлического вагончика на Волковском шоссе, который загорелся в результате замыкания проводки. Всего с 8 по 14 октября на территории Мытищинского округа было зарегистрировано 4 пожара, в результате которых никто не пострадал. Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День».